Полицейских машин в Хельмере в десятки раз больше, чем карет скорой помощи. А потому приехали за Редгрейвом почти мгновенно. Стражи порядка не отказали себе в удовольствии вывернуть его карманы, крепко приложить головой о дверь машины и забросить внутрь кузова, как мешок с мукой. Из уважения к заслугам его отца, Эвана не стали бить дубинками прилюдно. Это сделали за закрытыми дверями, уже в участке. Редгрейв, покорившись судьбе, лишь безучастно наблюдал за происходящим, как будто со стороны. Дальнейшая судьба Эвана Редгрейва неизвестна. Имя его затерялось среди миллионов похожих друг на друга доносов, скрылось под тысячами разноцветных печатей, испарилось под сотнями чужих подписей. Исчезло. Жена с дочерью так и не узнали, был он расстрелян или сгинул в холодных исправительных лагерях вместе с бездной таких же горемык.